Сегодня Международный день черепахи. Оказывается, во многих странах мира отмечается этот праздник как день животного, символизирующего богатство, удачу и долголетие. Сегодня, в 1173 году, во время паломничества в Иерусалим, умерла Ефросиния Полоцкая, игуменья монастыря Святого Спаса в Полоцке, просветительница, оставившая глубокий след в истории и памяти белорусского народа. В 1883 году сегодня родился Дуглас Фэрбэнкс, звезда немого синематографа, настоящая звезда, первая из настоящих звезд, один из основателей и первый президент Американской академии киноискусства. В 1922 году сегодня Уолт Дисней создал свою первую кинокомпанию, которая вскоре прогорела. В 1934 году сегодня, спасаясь от преследований ФБР, в автомобиле были расстреляны Бонни и Клайд, и случилось это совсем не в кино, а в жизни. В 1987 году сегодня в СССР перестали глушить «Голос Америки», а в 1920-м в нашем городе, в Витебске, была предпринята первая попытка наладить собственное кинопроизводство. Все дело в том, что в 2020 году у нас здесь, вот в мае месяце, проходила неделя трудового фронта. Проходила она на берегу Западной Двины в расположении частей 15-й армии. И сегодня в рамках этой недели трудового фронта проводились работы на железной дороге. Вот именно эти работы и были сняты нашей Витебской губернской кинофотосекцией. Это были первые киносъемки в Витебске, которые были организованы собственными силами. Но еще интересно будет узнать всем, кто этого не знает, что наш город Витебск мог бы стать столицей киноиндустрии Беларуси. Все дело в том, что в 29-м году у нас в Витебске начала строиться первая киностудия в Беларуси. Это было на пересечении нынешних проспектов Фрунзе и Людникова. Но в 1934 году было решено, что киностудия все-таки будет находиться в Минске. И поэтому стройка была прекращена. Вот могли бы мы с вами вместо краснознаменной воинской части иметь киностудию. Сегодня 23 мая, 19:00, вечерний Витебск. Мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте, привет, Наташа. Привет, Иван. Ну вот начало было очень похоже, знаешь, на что? На трейлер, на такой ролик короткий, который показывают перед началом фильма в кинотеатре. Да что ты. Да, ну, кстати, первые трейлеры появились чуть более 100 лет назад, их показывали сначала после фильма, но когда поняли, что никто на них уже не остается и вся публика расходится, решили, что надо показывать в самом начале. Поэтому теперь мы перед началом фильма имеем возможность понаблюдать за тем, что будет дальше. Ну и вот, кстати, много кинохроника, снимавшаяся в нашем городе как раз, и в этих вот роликах перед фильмами и проходила, и вот осталось кое-что даже в каких-то архивах. Показываем мы иногда эти кадры. Ну, не просто так мы заговорили о кино. Конечно. И Витебск, оказывается, связан с кино и очень плотно связан с кино. И имеет большую историю. И сегодня, в общем-то, мы будем говорить об истории кино, именно об истории кино в отношении вообще белорусских земель и нашего города в частности. В общем, все то, что мы любим смотреть, как смотрели это много-много лет назад, как проходили показы, как проходили сеансы синематографа. Вот обо всем об этом. Да, давайте мы посмотрим афишу и потом к нашему разговору. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Витебск. Время немых звезд». Проект охватывает период с конца 1890-х до конца 30-х годов 20 века и рассказывает о первых шагах развития белорусского кинематографа, особенностях системы кинопроката и предпочтениях кинозрителя. На выставке представлены экспонаты из музеев, архивов и частных коллекций, а также уникальные витебские киноафиши начала 20 века из Литовского архива литературы и искусства. Выставка работает с 10:00. «Золотое кольцо Витебской Двина» приглашает на выставку лоскутного жития «Мелодия воображения» Людмилы Бранкевич и лоскутные ритмы клуба «Рошва». Две экспозиции, как куплеты одной песни, спетой душой и сердцем. Богатый творческий опыт позволяет мастерам не просто работать с тканью, но слышать особую цветную мелодию ситца и шелка. Каждое изделие, представленное на выставке, напомнит о далеких мгновениях детства и затронет тонко звенящую струнку новой мечты в душе. Выставка работает с 10:00. Гастроли театра «Дайлес» Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет драму «Эквус».
Психиатр расследует жестокое ослепление 6 лошадей, совершенное скромным 17-летним юношей, единственным сыном упрямого, но робкого в душе отца и благовоспитанной религиозной матери. После того, как доктор понимает причину одержимости юноши, ему предстоит противостоять и собственным демонам. Спектакль идет на латышском языке с русскими субтитрами. Начало в 19:00. Совсем недавно у нас в Витебске, в Ратуше, открылась выставка «Время немых звезд». И у нас в гостях сегодня авторы, создатели этой выставки. Надежда Кухаренко, автор выставочного проекта «Время немых звезд», автор, создатель и куратор международных выставочных проектов, и не только выставочных, а вообще проектов культурных, и Майя Кацнельсон, соавтор и со-куратор проекта «Время немых звезд», и автор и куратор тоже международных различных культурных проектов. Здравствуйте, я очень рада вас видеть. Вы к нам приехали из Минска. Мы некоторое время назад, почти год назад, мы делали передачу про первый кинопоказ в Витебске. Ну вот, из выставки, на которой я вот уже побывала, в Ратуше, и вообще это не просто выставка, это целый проект. Я узнала о том, что целое научное исследование уже посвящено именно этому. И, конечно, говоря о том, что у нас в Витебске был первый кинопоказ на белорусских землях, интересно же узнать, что именно, какие научные исследования новые появились именно вот об этом вопросе. Ну, наверное, Майя, к вам, наверное, первый вопрос именно о проекте. Расскажите об этом проекте. Да, проект появился несколько лет назад. Вот, как ни удивительно, его инициатором и, скажем так, вдохновителем стал американец Фредерик Стерн, который несколько лет прожил в Минске. Он сам является ценителем, любителем немого кино. Вот, ну и, естественно, он заинтересовался, что вообще было в Беларуси, собственно говоря, в то время, какие немые фильмы и как это все развивалось. И выяснилось, что практически никакой информации нету. Вот, в доступе свободном ее просто практически не существует. Потому что очень много было уничтожено, было вывезено, видимо, в другие страны. Вот, и мы познакомились, значит, начали, собственно говоря, это исследование. И за несколько лет нашли совершенно потрясающие материалы, уникальные исторические документы, о которых раньше никто не знал. Это достаточно сложно было сначала из-за политических реалий того времени. Вот. Кроме того, на это действительно нужно потратить много и усилий, и времени. Мы объездили 4 страны. В США нам помогают наши партнеры. Вот. И для популяризации этой темы, для того, чтобы рассказывать людям о том, что мы находим. Собственно говоря, «Надеждой» был создан выставочный проект «Время немых звезд». Mm-hmm. Первый раз он прошел в 2016 году в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске. В рамках международного фестиваля «Листопад». Да, да, вместе с «Листопадом». Нас тогда тоже поддержали. Собственно, это уже международный проект. Нашими партнером стал Исторический музей и Литовский архив литературы и искусства. Вот, выставка прошла в Могилеве в 2017 году. И в этом году она проходит в Витебске, посвященная 120-летию первого кинопоказа на белорусских землях. 1898 год у нас в Витебске. Да, он прошел в Витебске в зимнем помещении яхт-клуба. Вот, это такой интересный факт, что мы не могли его скрыть. Вот, поэтому появился. Ну, это тоже известно, нам уже известно, но я повторю еще раз, что вообще точно у нас всегда раньше считалось, что этот кинопоказ состоялся 15 февраля. Ну вот, теперь оказывается, что уже найдены другие сведения. Да, в самом деле считается обычно начало кинематографа, так же, как и люмьеров, с публичного показа. Но люмьеры, допустим, показывали кино и раньше в научных сообществах. И также и в Витебске. Значит, публичный показ был в зимнем зале яхт-клуба. А до этого было несколько показов для закрытой аудитории. В частности, в архиерейском подборье для отцов города. Было ли это разрешение? Таким образом мы спрашивали, или это оказывалось честь им, или им самим было интересно, что это такое. Мы теперь этого не узнаем, но тем не менее в Витебске было 5 или 6 показов, о которых есть документальное свидетельство, и есть фамилия демонстратора, который это показывал. В советские времена считалось, что это Феликс Мизгеш, но провели исследование.
И оказалось, что это Сергей Катев, который был известным демонстратором, он ездил по всей России, и проследили его в путь вплоть до Томска. Вот он ездил полностью, всю Российскую империю объездил и был также и в Витебске. Вот хорошо, что эти сведения вами озвучены, потому что, ну, естественно, я сегодня, когда к передаче готовилась, читала, конечно, Мезгеш везде написано. И интернет, это, конечно, может быть большая и польза нам от него, но в то же время и путаница. Ну, с другой стороны, тоже давай не будем про интернет, он не все может контролировать. Слушайте, вы сказали, что были в нескольких странах, где находили документы. Ну, а как так получилось, что в Витебске этого нет, а это уехало, это уже понятно. Где? Так как раз непонятно. Непонятно? Вот как это получилось? Ну, как это так, что вот документы... Ну, война, наверное, была. До этого там революция была. Ну, много же... Нет, ну, подожди, вот, Надежда, расскажите, пожалуйста. Значит, дело в том, что в советское время и во время Второй мировой войны были специальные бригады, которые уничтожали архивы. Во-первых. Во-вторых, что касается кино, оно на начальном этапе оно не считалось значимым. До 2008 года, до стационарных кинотеатров, власти на это не обращали внимания. Это был один из видов предпринимательской деятельности. Как любой магазин, там, москательная лавка, где продавали керосин. Они не обращали внимания на это. Это в районе вот 2008-2007 и дальше годов внимание начало проявляться в том, что запрещали показывать царских особ, определенным образом надо было показывать. Ввели какие-то нравственные ограничения, чтобы не было слишком разнузданных фильмов. Ближе к Первой мировой войне ввели военную цензуру. Нельзя было снимать и показывать какие-то военные объекты. Эти были такие ограничения, но сами афиши и газеты – это однодневная вещь. Афиши – это однодневная вещь. И у нас тут за время с Первой мировой войны, потом революция, потом польская война, потом Вторая мировая, у нас здесь очень много всего сгорело. Еще был большой момент, когда в 30-е годы все, что касалось до врагов народа, оно подлежало уничтожению. И поскольку это было создано здесь, курировалось Белгоскино, то они писали отчеты о том, что они уничтожили там произведения врагов народа, и они обязаны были отчитаться и уничтожить. Но те фильмы, которые были проданы, скажем, в Украину, там есть сведения в Уругвай, в Америку. Там же ведь они не должны были ничего уничтожать, ни перед кем отчитываться. И вот эти сведения, и даже в России, и эти сведения мы находим там. Я еще хочу сказать, что есть такой момент. В общем-то, советская власть не совсем была заинтересована в том, чтобы вообще говорить, что в Беларуси какой-то был достойный уровень культурного развития. Да? И вот мы просто... Это удивительно, когда смотришь два документа. Вот газету дореволюционную, да, где написано, какие показы проходят, в каких кинотеатрах, да, как горожане живут, вообще чем они пользуются, что покупают и куда ездят. И потом читаешь газету, там через несколько лет уже советскую, где Беларусь это не иначе как пограничная страна, такая, в общем-то, сплошная деревня, бескультурная. Позвольте цитату, которая нам понравилась. Беларусь это маленькая, бедная, пограничная страна, в которой слабо развита культура. Ну вот я тоже сегодня читала именно о том, что вот в 30-е годы с проверкой именно культуры приехали в Беларусь, когда поняли, что здесь такое национальное самосознание в почете, как раз именно и стали это все давить и душить. Но если мы говорим о выставке, ведь там на выставке, которая вот у нас в Ратуше, там уникальные экспонаты, которые вообще впервые выставлены, то есть из Литвы архива, привезли афиши наши витебские. И вот к вопросу о том, как это все... У нас в Витебске ничего не осталось, а в Литве, оказывается, есть афиши наши витебские, киноафиши, да, и это можно посмотреть на выставке, правда? Ну вот мы говорили, кстати, с директором Литовского архива литературы и искусства, как они могли сохраниться, и есть такое мнение, что это были как сигнальные экземпляры, потому что либо с каким-то браком. Там можно увидеть на просвет, что сзади, например, какие-то надписи. Да, то есть это было как папку делают, внутри которой афиши, поэтому они не висели нигде и таким образом сохранились. Вообще, это был сюрприз и для литовского архива, когда мы приехали, мы их обнаружили. Это вы их нашли там. Они сами не знали. Нет, они не знали. Это был неразобранный фонд. И мы, когда приехали спрашивать афиши и нашли их там, они очень удивились. Те цифры, которые сзади. Значит, это сзади афиш написано, это я точно знаю, что те, на которых написано, это экземпляр дирекции.
И дирекция там писала количество билетов проданных, сумму выручки за этот сеанс. И вот на каждой афише вот это вот есть. И, скорее всего, поскольку они принадлежали к Красноармейскому кинотеатру, и курировались какой-то военной частью. И, возможно, она была потом дислоцирована. Поехала. Вильно. Угу. Или еще второй вариант. Люди, которые собирали эти афиши, потому что там афиш 120, наверное, там еще и кинотеатров, и цирка Витебского, и оперные выступления какие-то описаны. Очень много. Возможно, они так прятали от уничтожения. Да. Вот это такая очень душевная тема, которую хочется верить. Да. Так ли это или нет, нам еще придется исследовать. Ну, вполне. А как мы в Каунасе нашли издание, да, книги, где даже не были разрезаны страницы. То есть их вот выписывали, да, видимо, но просто в то время это было, может быть, опасно, и где-то сложили, даже не успели вот разрезать и прочитать. И скажите, в Литве они вот просто так взяли и расстались с этими афишами? Ну, они ведь не подарили. Они нам дали на выставку. Они их привезли, причем героическим образом совершенно. Вообще, это уже стал наш, можно сказать, не только партнер, но и друг, потому что это вот тоже один из, знаете, таких горящих людей за идею. Вот, потому что... Важно, такие люди... Они их отреставрировали, они их привезли сюда, их лично привез вот за рулем. Лично. Ехал культурный атташе литовского посольства Мендовгас Габриенас. Да. Благодарим его очень. Он выехал с утра в Вильнюс, забрал их и почему-то через Полоцк приехал сюда. Вот, так что это было долгое путешествие. Вот, ну и они здесь, да, оригинальные, впервые. Но потом они уедут обратно в Литву. Ну, пока они не уехали, во-первых, можно сходить в музей и там посмотреть. Но прямо сейчас давайте посмотрим репортаж с открытия этой выставки. И, конечно, уже особенное внимание уделим тем афишам, которые мы увидим в нем. Фотографии кинотеатров и культовых актеров, сапраўдные гістарычныя документы, газеты и часопісы с рекламой фильмов и кадры со здымок. У областным краязнаўчым музеі представлены экспонаты из архивов, приватных коллекций и нават уникальные витебские киноафиши из Литовского архива литературы и мастацтва. Выстава будет працаваць до конца червеня. В этой выставке много, почти половина афиш, которые вообще мировая премьера. Никто даже не знал, что они существуют, никто даже не знал, что они есть где-то в Литве. И мы даже сами не знали. Проект «Витебск. Час немых зорок» охопливая период с 1890-х до конца 30-х годов 20-го стагодия и расповедая про первые кроки кино, особливостях прокату и перевагах глядача. Особливая увага шляху развития кинодумки и тесной сувязи Беларуси с сусветным кинематографом. Серия выставок «Время немых звезд» она входит в большой исследовательский проект. Для того, чтобы ее сделать, мы очень много поработали в архивах 5 стран. И такой повод, как 120 лет первых показывал кино в Витебске, это очень удачно для того, чтобы рассказать об этой истории. О том, что у нас было кино, какое было кино, что смотрели, какие предпочитали сюжеты, каких актеров предпочитали. Головная идея проекта «Час немых зорок» – показать узровень техничного и культурного развития Витебска на початку минулого стагодия и подтвердить статус культурной столицы. Организаторы выставы и аматоры мастацтва с города над Двиной упэўнены, что подобная экспозиция может послужить новым импульсом до развития белорусского кино. Действительно уникально, когда идешь и видишь афиши на 6, на 5 языках, которые приглашали жители нашего города. На немецком, на русском, на польском, на идиш, на белорусском приглашали прийти в кинотеатр. Это был действительно город культуры. И очень важно, что мы сегодня об этом помним, и мы об этом говорим. И не просто говорим, а, скажем так, и пытаемся во многом возрождать. Гараджан чакае показ первых немых фильмов сусветного кинематографа. А у День города показывать фильмы без гуку будут уже на стяне будинка побач со знакомитым яхт-клубом, у яким 120 годов тому отбылся первый у Беларуси кинопоказ «Братоў Люмьер». 30 червеня киногурманов чакае демонстрация «Багдадского злодея» 1924 года выпуску. У подтверждения неверогодной популярности фильма побач развесить раритетные артикулы и афиши того часу. Вот возвращаемся в студию, и очень хочется услышать, а
других экспонатах, о том, что еще есть у вас там, у нас там интересного. Демонстрируются фильмы, можно увидеть ролики, вот эти первые кинопоказы, ролики, вернее, те, наверное, которые, скорее всего, показывались и у нас здесь, и не только у нас, да? Вы совершенно правы. При подготовке проекта мы отсмотрели всю прессу и выбрали именно те ролики, которые указывались в газетах белорусских, и те фильмы. И те фильмы, которые наиболее популярны, вот если все слышали про «Багдадского вора» с Дугласом Фэрбэнксом, этот фильм будет идти. Будут идти первые фильмы Эдисона, первые фильмы Люмьеров, будут идти показ парижских мод братьев Патте. Обычно включали в новостные и в информационные вот эти вот выпуски документальных роликов Патте что-нибудь из парижских мод или виды городов, больших городов. Это же очень интересно. Конечно. Было в маленьких посмотреть. Смотреть, как там, допустим, ходят по Парижу или ездят на каких автомобилях или на каких конках ездят. Не таким маленьким, и трудно было туда попасть. Тогда да, же... и сейчас, конечно, тоже это интересно. Вот. Очень часто включали этнографические всякие зарисовки, что тоже само по себе интересно. И мы при подготовке старались выбрать именно те вещи, которые видели наши прабабушки. Ну, еще мой любимый первый фантастический фильм «Путешествие на Луну». Вот, это прекрасный фильм. Да. Можно посмотреть на выставке. Да. Вот давайте мы попросим, нам покажут один из роликов, вот именно братьев Люмьера. Вы расскажете, что это за ролик, потому что все знают про прибытие поезда, а мы посмотрим все-таки не прибытие поезда. Надежда. Да, это выход с фабрики Люмьеров. Собственно, это производство Люмьеров, и выходят рабочие, которые у них работают. С точки зрения современной рекламы, это позиционирование своего производства как надежного поставщика данной продукции. То есть мы видим хорошо одетых и ухоженных рабочих, то есть они довольны своей работой. Мы видим их много, то есть производство работает стабильно. И сам вход в помещение – это не какой-нибудь там сарай, а вполне даже и вот повезли продукцию на такой достаточно большой повозке. Параллельно был, часто они вместе с этим сюжетом показывали кормление ребенка. И там снимается вся семья Люмьера, сидит его жена, сидит его ребенок, то есть он показывает себя с положительной точки зрения семейных ценностей и того, что он уверенный коммерсант, с ним можно иметь дело. А вот смотрите, как интересно, по-моему, ролик, хронометраж его 2 минуты, но мы, может быть, сейчас увидим меньше, и все эти 2 минуты идут люди. И вот как интересно было тогда, да, вот... Сейчас мы уже 20 раз монтировали, и я представляю, что наш режиссер там наверху уже думает, пора бы уже, наверное, и прекратить показывать. Потому что для нас сегодня это уже не так. Мы делаем все по-другому. Да, это же живая картинка. То есть это, да, и просто... люди идут, и можно их смотреть. Как тогда говорили, ожившая фотография. И вот этот эффект, он часто применялся потом кинопрокатчиками, когда они даже просто с пустой камеры отправляли своего сотрудника на улицу, он делает вид, что что-то снимает, и люди в ожидании того, что им вечером покажут или на завтра их самих, идущих по улице, они ломились в кинотеатры. Но так... этот эффект и сегодня присутствует, мне кажется. В какой-то мере, да. Все себя любимых любят. Конечно. Нет, сегодня проще, наверное. Что я уже объясняю. А сколько длился киносеанс? Две минуты длится этот ролик, этот фильм. А киносеанс, не длился же он 2 минуты? В первое время считалось, что человек не может смотреть более 10 минут вообще кино. Поэтому сеанс длился 10-15 минут, но он состоял из 5-8 каких-то роликов маленьких. И это было обусловлено не только вот этим заблуждением, но и техническими возможностями. А кроме того, вы же не забывайте, что пока придумали движущийся механизм, это все крутили руками. Согласитесь, что с одной скоростью крутить этот аппарат, и чтобы не кричали тебе сапожник и не бросались в экран чем-либо, это довольно сложно. Тем более в самом начале зрительный зал устроен был несколько иначе, чем теперь. Сидели зрители, висел экран, а демонстрация происходила насквозь. На просвет. Еще должен был стоять человек, который регулярно поливал водой экран, чтобы он был более прозрачным. И оператор крутил эту ручку, как там, механик крути киноручку, да? И таким образом эти были очень, очень небольшие.
Ну, потом, конечно, все это с развитием техники, с развитием моды на кино, когда она же стала не просто зрелищем, когда от одного того, что просто она двигается, все были в восторге, а уже появился сюжет, уже потом появились уже какие-то актеры, да. Появились уже звезды, появились реклама, когда это стала индустрия. Вот у нас есть еще один ролик, который очень бы хотел, чтобы вы прокомментировали, потому что, мне кажется, он интересен еще и с такой современной точки зрения, именно операторской, режиссерской, наверное. Давайте посмотрим. По-моему, это то, что называется «Движущийся тротуар». Да? Да. Давайте сейчас нам покажут. Вот он. Это съемки Эдисона. Запустить пленку в обратную сторону, это тоже был большой эффект. Но в данном случае как бы здесь проезд камеры, но эффект того, что люди едут как бы на тротуаре, да. Сохраняется, но мальчишки перебили весь этот эффект. Да. Потому что им же интересно. И сейчас тоже дети, они непредсказуемы. На любых съемках любой ребенок переиграет любого маститого. Ну вот интересно, да? Вот они выскочили, эти дети впереди, вот они остались, им никто не сказал: мальчик, отойди, мальчик, да, как в Миронов как теперь, там, помните? Да. Ну интересно еще то, что это же, в общем-то, о будущем ролик, да, то есть это то, как люди представляли себе будущее в 2000 году, и они не ошиблись. Да, фактически это да. Прообраз. Ну правда интересно, да, кажется, что едут люди, а не камеры. Конечно, я тоже представляю, какой это был эффект. Это когда, да, когда людям, которые вот видели фотографию только, статичную. Да, и потом запускали еще пленку задом наперед. И стакан вместо того, чтобы падать, он поднимался, собирался из разбитого, вода наливалась обратно, а не вытекала. Это тоже было очень модно в Инстаграме. Хочу сказать, что все это... повторяется история. Мне кажется, многие наши телезрители до сих пор не понимают, как это было снято, несмотря на то, что прошло уже столько лет. Но вот эти вот все эффекты, понятное дело, что они вручную же придумывались, да? То есть надо было как-то там склеить пленку каким-то особенным образом, да? Вручную каждый кадр, наверное, разрисовать. И все это, в принципе, придумывалось тогда. И что бы ни придумали, это все было в новинку, все было интересно. В какой-то мере, да, но ничего нет нового на свете, как известно. Были игрушки оптические, которые давали 3D-эффект. Вот, например, стереопары. Давайте такие. Давайте вот посмотрим. Стереопара. Вот расскажите, что она, это такое? Это снималось фотоаппаратом. Либо одним фотоаппаратом сначала кадр брался с одной точки, потом перемещался на 2,5 сантиметра в сторону. Либо были фотоаппараты с двумя объективами сразу. И снимался какой-то фрагмент вот этими фотоаппаратами. Потом он вставлялся в специальное устройство, которое можно посмотреть у нас на выставке. Стереограф. Там даже можно наклониться и посмотреть, как немножко, это происходит, немножко, да, каков эффект. И вот за счет того, что эти не совпадали слегка кадры, получался 3D-эффект. Теперь вот эти такого рода игрушки, они, значит, картонные продаются по магазинам, туда вставляется iPhone, скачивается приложение, и вы видите в стереоэффекте, как там бегают динозавры, дополненная реальность. Вот это где корни. Все оттуда. Смотрите, это настоящее, историческое событие, которое описано вот с этой стороны. Да, это бой под Верденом, о котором писали и Хемингуэй, и Ремарк. Первая мировая война, поединок артиллерийских артиллерий двух воюющих сторон. Тем интереснее было увидеть это в объеме в таком, да, конечно. Такие стереопары делались на разные темы. Об искусстве, о знаменитых людях, о городах, о скульптурах, о этнографических особенностях. Раскрашивались тоже вручную. И это было очень распространено. И такие есть стереопары, которые снимал ваш фотограф Юрковский. А такие стереопары, они, получается, были, как их можно было купить и иметь у себя дома, или нужно было прийти в синематограф, и там можно было посмотреть, используя это устройство? Сначала в синематографах, после, когда пленку меняли, они же меняли пленки, потому что они были маленькие, их переставляли. В этот момент можно было выйти, посмотреть стереограф. И мы видим, у нас на выставке там есть, допустим, объявление о том, какой будет фильм, и написано стереограф «Хризантемы». Можно было смотреть хризантему или что-то другое. Ну, эротические, естественно, были в большом ходу. Можно было выписать и купить домой. Они до 1972 года одна из американских фирм выпускала такие для обучения в школе. Да. Да, вот до этих времен. А у вас
показывали, как называется, туманные картины волшебного фонаря. Это диапозитивы в самом деле на разные темы. И их тоже использовали для публичных лекций. В частности, Ладис Иосиф Гаврилович, учитель изящной словесности железнодорожной школы Витебска, он рассказывал о творчестве Толстого, о творчестве Пушкина, просил художников, с которыми был хорошо знаком, чтобы они рисовали ему портреты этих людей и сюжеты, и героев произведений на стекле. Вот, к сожалению, во время войны попала бомба, и это не сохранилось. Но какой креативный подход! Конечно! Как интересно, я представляю этих учеников, они же на всю жизнь явно запоминали такие уроки, иллюстрированные такими прекрасными новшествами техническими. Это же вообще супер просто. Раскрашивались фильмы, то есть фильмы были немыми, они были черно-белыми, но некоторые прям вручную раскрашивались. Да, ну, там, знаем, Эйзенштейн раскрасил флаг. 108 кадров он раскрасил. 108 кадров он раскрасил. Ну, я вот просто вижу визуально. Это такая легенда. А это все началось еще с французов. И Фарисье вспоминает, что на французских фабриках, еще и у Патте, специально делали костюмы светлого цвета всем актерам, чтобы потом легче было раскрашивать. И сидели последовательно несколько барышень, которые с лупами, руками раскрашивали каждый свой цвет. Но были еще и другого рода, когда просто химически наносилась краска, и оно просто цветовыми пятнами. Вот одно такое вот у нас барышня танцует, и у нее меняются цвета одежды. Давайте прямо сейчас посмотрим именно то, о чем вы говорите. Есть у нас фрагмент из этого фильма. Скажите, смотрели сейчас этот фильм, действительно здорово вот говорили о том, что это специальная режиссура, чтобы все ярче и ярче, и сочнее становились цвета. А вот мне показалось, что этот танец немножко сделан специально для съемки. То есть вот такие медленные движения, вот такие красивые, развивается это платье так красиво. Вот мне кажется, что это не просто танец, который был сделан для сцены, и он заснят. А вот тут все-таки постановочное что-то, как вам кажется? У нас сейчас представление о том, как выглядела сцена, немножко другое. Раньше сцены были меньше. И технические возможности съемки, они ограничивали экран. И ей было задано пространство, в котором она может двигаться. Но аналогичный танец танцевала Анна Павловна, «Смерть розы» назывался. И там вот этот эффект ткани использовался. И это был балетный номер. Он был очень популярен. Ну вот... А мне почему-то показалось, что именно вот так вот специально это все, чтобы так красиво это потом выглядело на экране. Ну и не без этого, они ведь делали кино. Наверняка мы не узнаем сейчас. Ну уж, конечно, наверное. Если мы вернемся к выставке и к Витебску, вот что там есть особенного, на что вот каждый
наш человек, человек, живущий в Витебске, должен обратить внимание. Ну вот про уникальные афиши мы сказали. Что еще вы бы вот порекомендовали, вот на что особенно внимание обратить нам с нашей точки зрения? Во-первых, там есть достаточно много оригинальных предметов того времени, экспонатов из Национального исторического музея, из частных коллекций «Красота и мода. 20 век». И частные, ну, другие частные коллекции, которые просто не имеют такого, да, какого-то своего названия организованного. Что у нас еще там присутствует из архивов? Из архивов переснятые, отсканированные вырезки, которые мы увеличили, чтобы они были достаточно читабельны, из витебских газет. Там история о том, как первый звукоимитатор Неглов у вас выступал. То есть мы говорили о цвете, но были же попытки и озвучивать фильм. То есть стоял звукоимитатор или стоял топер, который играл топер, который озвучивал кое-как этот фильм. И вот Неглов некто у вас читал Гоголя. Написано «Полная иллюзия». «Полная иллюзия». «Полная иллюзия». А позже тоже там есть выдержка о том, как в Витебске владелец кинотеатра скупал кинотеатры. И когда начинали, значит, человек делал маленькие сеансы, зарабатывал деньги, потом имел один кинотеатр, зарабатывал деньги, потом начинал делать сеть. И вот этот момент отражен в маленькой заметке, которую мы увеличили, чтобы его легко было читать. Ну вот, да, надо сказать, что обязательно нужно прийти и читать все, что даже как бы не натуральный экспонат, но на планшете представлено, да, в таком распечатанном виде, потому что это как раз те заметки, те материалы, которые мы нашли в ходе исследования. Вот просто по разным причинам мы не можем их выставить оригинальные здесь. И они не читабельные, потому что маленькие. Да. Вот Майя совершенно правильно сказала. Расскажите, мы одну принесли вот. Да, давайте про газету расскажем. Что нам здесь надо найти особенное? Я просто думала, что вот пока Надежда будет искать, что вы скажете о костюме, например, Волчика, который родился у нас в Витебске, отец знаменитой Галины Борисовны Волчик, работал у нас в Витебске, великий режиссер. У нас здесь в нашем доме кино, тогда это был рекорд, наверное, да, «Спартак», рекорд, он был киномехаником, потом стал кинооператором, потом стал великим режиссером. Преподавателем, отец всех операторов. Да, да. Ну и вот газета, да, которую сумели принести. Например, реклама фотоаппаратов «Кодак» того времени. Вот давайте покажем, вот она вот так вдоль идет. Вот. Реклама фотоаппаратов «Кодак». Ой, ну тут можно каждую рекламу. Это такое наслаждение, когда приезжаем в архивы, это просто невозможно оторваться, честное слово. Да? Вот кажется, там, я раньше и подумать не могла, что буду сидеть в этих пыльных архивах, разбирать документы. Да, и потрясающая реклама, во-первых. Да? То есть, вот раньше... Как получить красивую грудь. Как получить красивую грудь, да. Это хит. Эта заметка вызвала у нас здесь перед началом съемок просто фурор. И ее прочел каждый. Ну и для мужчин, кто хочет иметь роскошные усы, с той стороны. С этой стороны, да. Да. Роскошные усы, вот. Серьезные мужчины, специально мужчины. Для пришивов. Теперь сейчас модно тоже. Бороды, усы. Вот это в то время тоже было модно. Такую газету мог выписать каждый человек и заказать все, что здесь написано. И из производства российского, и из международного совершенно свободно. И в Витебске, и в любом месте. Да. Ну, вообще очень красивый был язык. Очень красивый был дизайн. Да. Каждая реклама – произведение искусства. Да? Те же афиши, вот можно на это обратить внимание на выставке. Там одна из афиш, но это надо видеть, конечно. Значит, там текст оформлен таким образом, что это форма глаза. Да? Это вот киноафиша. Ну, то есть просто потрясающая. А раньше же вот не было, как сегодня афиши там делают дизайнеры, ну, в кинотеатрах победнее, там еще от руки кто-то рисует гуашью афиши. Раньше это как в типографиях отпечатывалось. Кто придумал, как это будет выглядеть? Художники? Ну, тоже сомнительно. Крупные кинопроизводители, они продавали свои фильмы сразу с афишами, и у них были художники, которые рисовали очень красивые афиши. Мы можем видеть, допустим, «Побег Лизы» с Дальской. Там просто живописное полотно, и даже написано, кто художник. Вот. Были, скажем, неизвестные художники, но они отражали, во-первых, эстетику того времени, а во-вторых, они отражали как бы самые такие пикантные моменты этого фильма для того, чтобы зазывать зрителей. Uh-huh.
Вот. Студии поменьше и кинотеатры поменьше, сети поменьше, они делали шрифтовые рекламы. Но шрифты тоже были потрясающие. Их вырезывали из дерева. У нас там есть образцы шрифтов, чтобы было понятно, что это такое. Вот. И есть образцы шрифтов, которые типографии, отзываясь на эти нужды, рассылали по кинотеатрам, рассылали по, ну, там, по тем, кто нуждался, большим фирмам в этих рекламах шрифтовых. И там на наших территориях все эти шрифты предлагались на кириллице, на латинице и на идиш. И у нас все, ну, многие имели возможность напечатать то, что они хотели. Мне очень нравится, у вас там такая растяжка на выставке есть тоже, что касается рекламы. Я иду, ты идешь, мы идем, да. Все идут смотреть кино. Ну, да. Что касается, что говорить, просто, да? Замечательно. Я еще хотела сказать, что... Извините, моя, я только насчет этой фразы. В самом деле, это не я придумала, это не мы придумали. Это перевод точный с одной из афиш на польском языке, которая тоже на белорусской территории была обнаружена. Я почему-то так и подумала. Даже не могла придумать, что это, вы придумали. Ну почему же? Мы же тоже, в общем-то, что-нибудь придумываем. Да, я хотела сказать, что были афиши и попроще. Вот она, одна из таких есть на выставке, где просто оставляли пустое место для названия фильма. Вот. И вписать да, его потом ну, можно было. Это да, в основном кинопередвижки советского периода, потому что неизвестно, что им дадут. Это не свой владелец кинотеатра, который знает свою программу. А кинопередвижки в советское время, они не знали, что им привезут из центрального там, распределительного пункта этих лент. Но очень интересно также и ваш фильм, который снимался в Бочейково. Ну или вот я только хотела, нет, я только хотела спросить, потому что мы все знаем, что, допустим, вот совсем недавно у нас тоже была передача про фильм 1918 года, который снимался здесь у нас, но это документальный фильм, а кроме этого же были и художественные фильмы, вот именно те, которые, о которых мы сегодня говорим, и есть у нас отрывок из этого фильма «Певень» и «Джентльмены». «Джентльмен» и «Петух». «Певень» — это потому что афиша на украинском языке, только в Украине сохранилась. Ну, да. Сейчас здесь мы видим отрывок. Там субтитры на украинском, да, на украинском языке, да. Вот, пожалуйста, рассказывайте, Надежда. Он снимался у вас в Бочейково. Местные жители принимали участие в съемках. И он был под несколькими названиями. «Джентльмен и петух», «Петухи перекликаются». И он был уничтожен в 1937 году, как многие фильмы, которые пострадали из-за врагов народа, участвовавших в их съемках. И он сохранился в Украине. Когда мы с Майей приехали в Украину, мы нашли там вот эту афишу. И потом стали выяснять, а где же сам фильм. И нашелся этот фильм с украинскими субтитрами. Uh-huh. И теперь вот как бы мы имеем такую надежду, что, может быть, где-то еще найдем те фильмы, которые у нас были уничтожены. Потому что вот этот прецедент у нас вселяет большой оптимизм. Да, мы смотрим под разными названиями, даже там то, что вот как-то хоть каким-то образом пересекается по теме, в надежде действительно найти что-то, не сохранившееся в Беларуси. Ну вот как интересно, что, вот идут эти кадры, да, и мы уже теперь не можем даже догадаться, что, может быть, кто-то из тех, кто их сейчас видит, видит там своих каких-нибудь бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, да, и вполне возможно, дворец. И дворец, и также вот, который раньше считался первым фильмом белорусским «Лесная быль», он тоже снимался в Прилуках, во дворце под Минском, и тоже местное население принимало участие в массовках и в обсуждениях. Иногда встречаешь, что там, а мой дедушка получил там сколько-то копеек за то, что он там что-то бегал, где-то делал, там какого-то партизана изображал. Ну вот мы знаем, что и Костюся Калиновского тоже частично снимали, да, в нашей области, насколько нам известно. И этот фильм тоже пострадал, он одно время был запрещен. Да, мы знаем об этом названии, которые были вот именно тех первых фильмов. Ну, они же просто прекрасны. Там же целая поэма в названии может быть. Да, ну это до революции в основном было, когда брали названием фильма, брали стихотворную строчку, начало какой-либо известной песни или романса. Это для чего делалось? Чтобы меньше титров писать. Если люди знают сюжет, то можно особенно не объяснять. Допустим, там Стенька Разин или там «Ухарь-купец». Это все знали, что это за песня и о чем она. И также у нас вот есть замечательный такой хит всех выставок. Реклама фильма, который назывался «Пила вино и хохотала». Очень всем тоже нравится. Да, ну, это была тоже известная песня о том, как роковая женщина погубила
порядочного мужчину, и когда его забирали в тюрьму, то она, и у окна она стояла, пила вино и хохотала. Ну, мне кажется, что вот пьеса «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано» — это тоже отсыл к тому времени. Ну, все такое было, мне кажется, просто вот с драмой, да, там обязательно, если там показ, то грандиозный, обязательно слезы и смех, и там какая-нибудь трагическая смерть, измена, ревность, вот это вот, да, волновало людей, и, в общем-то, это была тема первых немых фильмов. Особенно это в афишах просматривается, когда пишется, значит, непревзойденная по силам впечатления драма. Мы взяли вот это вот для выставки, да, там. Или грандиозный показ, вот мы взяли это для показов. Значит, там веселая комедия. Но интересно, что тогда были немножко другие словосочетания, обозначавшие привычные вещи. Допустим, боевик, вот боевик «Мать» рекламировался по Горькому. Боевик. Имелось в виду, что это очень массово посещаемый фильм. Или, допустим, было слово «битковые сборы». То есть имеется в виду, что народ ломится битком. Да. Здорово. Или обязательно писали что-нибудь такое, что там артисты, это до революции, там артисты императорских театров, или там известные в Париже, или проездом, гастролью там в Петербург, и потрясающий успех во всех столицах, вот таким вот образом. Ну, рекламщики очень сильные были. Очень, конечно. Мне кажется, что сейчас вот слабее, честно. Конечно, это однозначно, потому что тоже ведь эта область была как-то в советские времена, хотя советская пропаганда – это тоже отдельная история. А возрастные ограничения были в те годы? Вы же говорите, там пикантные какие-то названия, ну, боевика другое слово было. Могли подростки прийти, дети? Ну, где-то было написано, что только для взрослых, вот, и только вечером отдельные показы вот этих пикантных картин. Картины парижского жанра. Парижского. У нас на выставке можно посмотреть маленькую картиночку, что имелось в виду под парижским жанром. На наши теперешние взгляды, скорее всего, никто не обратит внимания, что это запрещенная и, скажем так, это безнравственная картинка. Стоит хорошо одетый господин и приобнимает горничную. В самом деле, в то время это считался развратный снимок, потому что изображал сцену совращения. Потому иначе, что господин со служанкой. Это то, что сейчас во всех странах вот начался, значит, это, что нельзя никого ни почем похлопать, никого не. Вот тогда была такая цензура. Ну, была цензура нравственная, конечно. И мы встречаем много требований не допускать учащихся на определенные фильмы, были отдельные детские сеансы, на которых были конкретно уже фильмы, которые разрешены для детей, там, которые общеобразовательные. Где-то к году 12-13 уже началось создаваться специальные фильмы, такие, скажем, научно-популярные, то, что говорится. Скажем, этнографические, там, о том, как жили там эскимосы, о том, как жили папуасы, о том, как жили, там, скажем, евреи в Палестине, или о том, как жили там румынские цыгане. И этого тоже много. Кстати говоря, у нас вот вы сказали про евреев в Палестине. Это, по-моему, афиша у нас тоже есть на выставке. Да. Практически все у нас вот фильмы, которые мы подбирали, это старались найти афиши, которые указывались в наших газетах белорусских. И те же фильмы, и афиши. И замечательная история с вашим кинотеатром. У нас совсем немножко времени, но эту историю мы упустить не можем. Это совершенно замечательная, значит, история, когда в 20-е годы безбожная советская власть, она стала делать в культовых зданиях клубы и кинотеатры. И мы узнали, что вот эти афиши есть в Литве, и название кинотеатра. И потом мы провели очень большую работу, пока мы нашли, где этот кинотеатр был красноармейский. Оказывается, он был в синагоге. Потом прошло очень много поисков и времени, прежде чем мы нашли фотографию того времени этой синагоги. Потому что отдельного исследования по синагогам у вас как бы оно есть, но там сложно понять из фасадов. Выбрать, какая из них. Да, потому что их много есть, но разные ракурсы. И конкретно, чтобы было видно, что это именно это. И у нас на выставке есть, значит, красноармейская синагога. Да. То есть и «Красная звезда». И вот эти вот фильмы, которые там шли, согласитесь, что для красноармейцев ты мушкетера.
прекрасный фильм с тем же Фербенкесом, у которого сегодня день рождения. Дугласом. Да. К сожалению, время нашей программы закончилось, но разговор явно не закончен и закончиться не может. Для того, чтобы его продолжить, надо обязательно сходить в музей, посмотреть выставку. Кстати, вспомнила, читала, что в этой синагоге была драка за места, после чего придумали, что надо билеты все-таки на билетах места изображать. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Пойдем на выставку смотреть дальше. Спасибо, что прокомментировали ее столько, сколько успели. Спасибо. Приходите. Приходите к нам на выставку. Обязательно. Давайте прямо сейчас посмотрим, куда сегодня сходил Карен Манн и что он посмотрел. Всем привет, меня зовут Саша Карен Манн, и это рубрика «Кастинг. Третий этап». Сегодня у нас в гостях девушка, это Настя Лисовская. Настя, привет. Ты смотрела предыдущий выпуск? Смотрела предыдущий. Что было с пацанами, почему их так трясло, как ты думаешь? Я не заметила волнения у них, если честно, по сравнению с тем, что будет сегодня. То есть тебя будет вот так вот, да? Ну, я постараюсь, чтобы такого не было, но волнение есть. Настя, мы желаем тебе удачи. Ты как девушка первая у нас в третьем этапе. Я думаю, что у тебя все получится. Спасибо большое. Телеканал «Витебск», трансляция студии сейчас в эти минуты, и не просто так, а еще с двойным умыслом. Ну, во-первых, чтобы узнать, как оно и что, как это все выглядит, а во-вторых, естественно, у нас проходит третий этап конкурса нашего. Мы проводили кастинг для того, чтобы найти талантливых радио- и телеведущих. Чтобы нам, наконец, сказали «пока-пока», и пришли нормальные, молодые, энергичные, красивые, как ты, Даша, молодые телеведущие, радиоведущие. Александр Карен Манн. Всем добрый день. Собственной персоны, его вы узнаете уже по голосу и внешне, я так думаю. А вот девушка, которая напротив меня сейчас сидит и рядом с Александром, он так все ближе, стульчик, я смотрю, подвигает к ней, да? Вот эта девушка вам еще не знакома, и это только пока. Зовут ее Анастасия, но я думаю, что она сама о себе тоже вполне может рассказать. Анастасия Лисовская, первая девушка, участница третьего этапа. Подожди, не твоим же голосом она расскажет. Так это ее голос, никто же не знает. А, она смотрит, все, хотел подставить человека. Не надо. Да, приветствую всех. Меня зовут Лисовская Анастасия. И как поется в песне известной английской группы Queen, «Show must go on», шоу должно продолжаться. И озвучивать ваши приветы и поздравления следующие 30 минут будет замечательная команда в составе обворожительной Дарьи Потехиной, весельчака Александра Карен Манна. И да, с вами буду я, Лисовская Анастасия, на волнах радио Витебск 91.2 FM. Сегодня у нас среда, 23 мая, на часах 13.39, вторая половина рабочего дня. И я искренне надеюсь, что у вас прекрасное настроение, а если нет, то я попытаюсь это исправить. Я проверил часы даже. Ты знаешь, я, во-первых, часы проверила, во-вторых, я поняла, что мне наконец-таки созрела замена. То есть можно не останавливать, в принципе, Настю. Никто не понял, ты это говоришь или Настя? Да, 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 да. То есть как бы подхватила, да, где-то... Настя, если так вот я вдруг там с голосом или что-то попрошу, ты, пожалуйста, не отказывайся. Это раз. Во-вторых, я выяснила в процессе, что мы, оказывается, еще и коллеги. Потому что Настя учится где? В Витебском государственном университете. И на каком? В каком отделении? На историческом факультете. На историческом факультете. Вот так история, вот друзья. Так история. Такие историк у нас второй будет в коллективе. Ты специально со мной такие разговариваешь, добавляешь именно такие. Ну, если ты хочешь, мы будем говорить так дальше, да. Вот, и поэтому я очень рада. Очень рада, что есть какие-то единомышленники. Помимо того, что я так думаю, ты слушаешь музыку и любишь ее, ты еще кое-что знаешь об истории не только города Витебска. Мне кажется, наши радиослушатели сейчас тоже очень рады, но мы вообще это приветы отправляли, думают они. Давайте передавать. Да, Настенька, у нас еще одно задание для тебя. Нужно прочитать приветы, которые приходят сюда, вот в нашу группу. Музыкальный агент, передаю привет от Данилы, папе Руслану. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, 21 Pilots. Песню посмотрим. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет Николаю Штрубенкову от его девочек. Любим тебя и целуем. Передает приветик Елена. Добрый день, радио Витебск. Передайте привет Авраменко Владимиру. Хорошего настроения и удачи в его легком труде. В его нелегком труде. Стоп, давайте немножечко сделаем паузу. Да. Настя могла выдохнуть. А еще мы хотим песню поставить хорошую. Единственное, что нужно как-то объяснить, что это за новинка, откуда она взялась, кто это. Кто это и что это, Настя? Конечно, хотелось бы задать вопрос, друзья, любите ли вы мечтать? Пока вы думаете, как ответить на него, я с уверенностью...
С уверенностью скажу, что я просто обожаю, и моя мечта сбывается прямо сейчас. Да, я на волнах 91.2 FM, я общаюсь с вами, заряжаюсь классными эмоциями и слушаю хорошую музыку. Так поступает и Гиги Диагостино со своей песней «In My Mind». В моей голове именно так переводится название всей композиции, которую удалось взорвать просто все музыкальные чаты страны. Хоть и текст всей песни, кстати говоря, состоит всего из пары фраз. Надеюсь, что в вашей голове засядет мотив замечательного трека. Встречайте и не бойтесь мечтать. Гиги Диагостино, «In My Mind». Озненскому РЭСу, а также начальнику барон Виктору Ефимовичу приветик летит от Евгения. Так, смотри, без команды сразу пошла читать, чтобы как бы людей тоже не задержать. Ты привыкла командовать людьми. Молодец. Да, кем же я здесь Настя, фас! Ну, тогда вот так начинать. Пожалуйста. Александр Козлов, участник нашего кастинга. Привет, Радио Витебск, удачного эфира. Настя, ты умница. Хочу передать привет Владимиру Смирнову. Ты воплотил мою мечту в реальность. Спасибо. Это только начало. И, кстати... Я задумался, что за мечта. Посмотри, третий конкурсант, и они такие все скромные. Если пишут, что, например, там, тебе привет, ты умница, ты классно все делаешь, то они обязательно читают. Ну, а ты бы зачитывала? Нет. Да ладно. Я до сих пор так не делаю. Да ладно, до сих пор так не делаешь? Да, до сих пор так не делаю, понимаешь? Кто-нибудь научите Дашу Потехину читать лестные комментарии в свой адрес. И, Настя, ты молодец. На самом деле, ты молодец, поэтому люди хотят тебя поддержать. И очень много слов здесь и в портале, и в ВКонтакте, в группе в нашей. Ты как-то начала так, знаешь, на подъеме, поэтому давай продолжай в том же духе. Спасибо еще большое. Гомель, привет, Радио Витебск. Передает, я так понимаю, привет нам Гомель. Да. Илона, всем отличного настроения. Привет, моя душеньки, сыну Ване Безунову. Успехов тебе. Привет от Сережки Романенко. Радио Витебск. Третий этап у нас кастинга проходит, поэтому сейчас мы знакомимся поподробнее с участниками. Вот Анастасия, фамилия Ли. Собственная. Ли. Просто. Ли. Татаянка. Это мы придумали себе псевдоним на будущее. Анастасия Ли. Кстати, что-то есть в этом. Может быть, тебе даже это пригодится. Ну и приветы, которые у нас в музыкальном агенте Настя сегодня озвучивает. Еще несколько у нас осталось, по-моему, Настенька. Да, Татьяна передает привет и поздравляет Крестовских, Сашу и Вику с пополнением в семье. Такое вот замечательное событие произошло. Желаем здоровья их малышкам. Малышки родные и близкие. Ура! Поздравляем! Главное, чтобы высыпались. Настенька, уже освоившись, да, в этой студии, наверное, хотела бы сказать о своих впечатлениях, которые сейчас, может быть, у нее присутствуют. Что тебе понравилось здесь или не понравилось? Как ты ощущаешь себя в этой роли? Я хочу еще. Я бы так сказала. Я сижу и думаю о том, что оставьте мне еще на полчасика поговорить, передавать приветики и сказать что-нибудь приятное радиослушателям. Дальше за деньги. Дальше за деньги. Да. Дальше берем за деньги. Ну, Каринман, уже понимаете, он же по-другому никак. Да, по-другому никак. Настен, я желаю тебе, чтобы все у тебя получилось. Ты хорошо себя проявила и показала, и слушатели оценили тоже твою работу, написав тебе эти приятные отзывы. Ну и прощаясь с тобой, я думаю, что мы прощаемся ненадолго, да? Было приятно общаться, делиться и заряжаться с вами классными эмоциями. С вами была Лисовская Анастасия на 91.2 FM. Всем хорошего дня. Настя. Ура. Ли. Ура. Ну все, Настя, можно выдохнуть. Да, можно выдохнуть. Сначала было волнительно, но в конце кайфануло, все понравилось и хочу еще. Хоть приходи нас, заменяй, мы идем в отпуск. Да? Все, Радио Витебск уходит в отпуск. Сейчас будет все делать Настя Лисовская. Это была третья участница рубрики «Кастинг». Смотрите, оценивайте, болейте за нее. На сегодня все, пока. Сегодня мы говорили о старых фильмах, о старых кинопоказах, и несмотря на то, что по понятным причинам я не мог их видеть тогда и не мог тогда присутствовать, но они мне очень нравятся. Знаешь чем? Тем, что там во время просмотра фильмов никто не ел, никто не жевал попкорн, точно, и никто не точно мешал просмотру фильма. Максимум могли подраться за место. Ну, это так, мелочи. Да, мелочи. Даже интригу какую-то вносила. Конечно, конечно. Мы благодарим всех, кто сегодня нам рассказывал о кино, о первом кинопоказе в нашем городе, о первых фильмах, кинороликах, наверное, которые были показаны в нашем городе. И, конечно, в финале нашей программы мы услышим музыкальный номер, который имеет самое непосредственное отношение к кино. В 1936 году на Мосфильме сняли фильм «Дети капитана Гранта». Это классика советского кинематографа. Считается, что это лучший фильм, экранизация детского произведения. И одна из песенок из этого фильма сегодня прозвучит в конце нашей программы. Детский шоу-бенд «Magic Jazz» завершает вечерний Витебск. Нескучного вечера. Пока.
Thank you.